Как сделать миниатюрную шляпку для декоративных композиций. На переплетный картон я обвожу по контуру окружность стакана, вырезаю. По центру приклеиваю крышку от бутылки. Вырезаю внутреннюю окружность шляпки. Далее беру лыко, его купила в строительном магазине. Приклеиваю его кончик по центру крышки, затем подгибаю и снова приклеиваю. Далее снова подгибаю и приклеиваю, так оклеиваю всю верхушку. Боковую часть крышки просто обматываю данным материалом. Поля шляпы оклеиваю так же, как и верхушку, снаружи и изнутри шляпы. Склеила из лыка вот такую спиральку и вклеиваю ее внутрь шляпы. В следующем видео покажу, для какой композиции я создавала эту шляпку. Обязательно подписывайтесь на канал. До новой встречи! Берегите себя и своих близких!